Меня укачивает. Ага. Привет. Витёк здесь, и это True Bass. Ну, во Friday Night Funkin'е. И вроде бы некоторые вспомнят, что Витёк, ты вроде играл. Ну, вроде играл, а вроде и нет, потому что это полный рискин. Точнее, не так. Автор сказал, что он решил сделать так, как все-таки ему это виделось до того, как получилось. То, что было до этого, это так, фигня какая-то получилась. А вот это, говорит, вот так я вот сейчас сделал так, как должно было, как предполагалось, как надо было. Давайте посмотрим, как надо было. Ну, стори мод, да, стори мод, привет. Отлично, туда стейл. О, что такое? Так, а почему они здесь отдельные, а здесь они все вместе? Смотри, у меня же 650 тысяч накотано. А вот этой вообще не было инцидента, смотри, ноль. Неужели новая песня есть? Так, все, мы выдвигаемся. Погнали. Готовьте свои, как говорится, зубы. 3, 2, 1, go! Я просто засмотрелся. Вы посмотрите на его эмоции. Особенно, когда он делает так. Крипово, но при этом клёво. Он какой-то более гладкий стал, не знаю, более... Как это сказать-то? Менее дёрганный. Даже вот когда он дёргается, он всё равно это как-то делает нежно. И мягко. Упругий, да, упругий пишет чё. Ха-ха-ха. Разве начинает? Я даже успеваю чат почитывать. Капец, разве начинает? Раскликочная, пацаны. Какой звук в конце клёвый, а? Я прям вместе с ними застонал с этими звуками. Ууу, клёво. 3, 2, 1, go! Да, 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 что он более HD, чем раньше. 2К просто. Да, начинается движуха. Ошибки сделал. Ха-ха, намесалось мне. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! На-н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 а-
Yeah.
Да. Ух, ни хрена себе, он в паучандра какого-то превратился. Ну, сейчас в третьей песне он даст мне просраться, я чувствую. Что творится? А что так быстро-то? Вы издеваетесь? Это какая скорость? 4? Охренеть. Сейчас что-то будет. Меня укачивает. Глаза в кучу уже, хорош! Вот эту вот пульсирующую вещь уберите, пожалуйста! Вы спросите меня, как я в это играю? Я не знаю! Ха-ха-ха-ха! У меня сейчас кровь из глаз пойдет, хорош! Офигеть. Нормально я его укатал, а? Не такой уж он и сложный. Но раньше бы я вообще не справился. Вы видали, какая там скорость была? Там просто скорость миллиард. Да, можно. Я просто хочу посмотреть, какая там скорость. 4! 4! А, я со скоростью 4 песню прошел! Охренеть! Стало пострашнее, если честно. Реально стало страшнее. Нет, доп песен даже никаких нету. Ну, вот так вот. Быстренько! Быстренько мы его уговорили. Но это все к чему? Это все к тому, что мы сейчас пойдем в еще один мод, который я давно хотел посмотреть. Который мне прислал Бачар. Там должно быть что-то веселое. Опа! Чё это такое происходит? А это вот оно, то самое, что я обещал. Специально для Витёк Плей Рискин by Бачар. Па-па-па-па-па-па-па. Ну, вы понимаете, что здесь будет, да? Я пока не сильно понимаю, но я хочу посмотреть. Так. Понятно, он этот мод все подсосал с моих похождений по Madness, который я прошел. Так, мне сказал он, Бачар, надо зайти в песню Expurgation. И, собственно, все самое интересное должно быть именно там. Так что, ребят, готовьтесь смотреть. Я не знаю, что здесь будет. Что-то, какой-то рескин. Ну, я могу догадаться, что там что-нибудь с цветком, со мной, еще какой-нибудь дичью наверняка происходит что-то. Посмотрим. Ну, давай. Так, так, ха-ха! Там Олежа есть! Много Олеж! Погоди! Анита! Ах, пистолетом! Ха-ха! Какая жесть! Погоди, давай сверстал посмотрим.
Нет, смерть стандартная. Ха-ха! Вы это видели? Боже мой! Какая дичь! Бочар, что тебя сподвигло на это? Вот это футболка, ребят, футболка Need My Space. Она же там. Так, у нас сегодня этот день быстрых песен. Наслаждайтесь, там ВП написано. Капец, какие-то. Лайки пошли. Боже мой, какие там страдания. Я эту песню на 2,5 скорости максимум проходил. Но одна проблема. Я не могу сейчас посмотреть на все свои эмоции, которые там летят, к сожалению. Но вы это посмотрите сами. Я на записи потом гляну. Боже мой. Не-не-не, что это за свинья? Отдай меня! Не надо меня двигать. Лайки, дизлайки подпрыгают. Но у тебя прикол в том, что лайки, дизлайки не так сильно загораживают, как знаки стоп, которые там до этого были. Время глаз нету на полоске внизу. Нет, опять свин. Боже, как пальцем тычу. Красиво. Сорян. Шедеврально, зрители полетели. Куда? Витя, ты такой красивый. Я, наверное, замедлю, чтобы посмотреть, чем все закончится. Витя, трики. Погоди. Так. О, там маяк какой-то был в конце, вдалеке. Давай, 2,5 нашу коронную. Быстровато, конечно, так вот. А, я маяк заметил только сейчас. Я только сейчас маяк заметил, прикиньте. О, Олежи клевые. Зовите Олежу. Пусть посмотрит. Сложные здесь связки, конечно. Ух, чуть вверх не нажал. Оу, пронесло. Я просто не помню, чем-то все заканчивается в оригинале даже. Сейчас посмотрим. Дойдем, надеюсь. Ну, мне нравится вот этот жест.
Лайки, лайки! Капец, говна сыплет. О, как говна сыплет. Я сам себе, получается, подсыпаю. Но. Я помню, это самое сложное место. Но я его прошел. Ну, чем закончится? А? Нет? Ну, все. Сейчас все рухнет, наверное. Я думал, вдруг там мультик какой покажет или еще что. Смотри, когда у меня на главный меню появился. Нифига себе. Ну чё, как вам? Боже, главное на экране смотреть. Это просто было очень круто. Это было очень круто. Вот эти вот все эмоции, которые повыковыривал из моих видосиков, это так клёво смотрелось. А еще Олежа, Анита с пистолетом стояла такая. Анита Хэнком стала, я так понимаю. И кто там вообще стоял-то раньше? Вот эти маленькие клоунята, которые все время там подляну кидали, это Олежа. Страшно. Я знаю, что здесь бывает на заставке Among Us, его можно словить, на него можно кликнуть, и он тогда заполовинится. Это ж шедевр! Зачет. Все равно как-то коротко получилось, ну и ладно. Трошачка навернул, получается, да? Найс игра, да вообще бомба. А другие изменены? Нет, вроде как сказал только этот. Не, можно, конечно, глянуть, вдруг там уже наработки какие-то есть, но я не думаю. Есть все на месте. Для души уже. Давай, говорит, другой мод. Да сколько можно? И так уже два поиграли. Вот сюда еще надо меня вставить. Сделать мод имени Трики Витька. Я раньше страдал, проходя это. Оу. Оу. Сейчас
самое сложное место было. Схватил патрон. Боже мой, насколько он изи сейчас выглядит для меня. Ну, даст санс вообще продаст все. Но в свое время он был идеальным по сложности. В свое время он был идеальным. Опять-таки. Я его замедлял, что-то там проходил, я не знаю, со 174-й попытки. Не, сейчас вообще берешь, играешь. Отлично. В самый раз. Эх. Вот. Так, ладно, что-то я разностальгировался. Просто тут сижу такой, ай, как клёво было. Слушай, ну я поржамкал. Я рад, что такой вот приколюха такая получилась. Надеюсь, вам понравилось. Мне прям зашло, честно. Я как увидел, что там я вместо клоуна, я прям начал орать. Когда потом я сразу, у меня вид на Аниту с пистолетом, я начал еще больше орать. Потом Олежи полезли из подвала, я просто упал. И маяк я только на втором заходе заметил, прошу заметить. На маяк я обратил последнее, в его очередь, внимание. Было клево. Жаль, Олежи нет, но он увидит запись, ему пришлют. Ладно, лайки ставьте, писаем ссылочку на плейлист, на группу ВКонтакте, друзьям делитесь все плейлисты. Это был Friday Night Funkin's Приколюнкин. Надеюсь, вам понравилось. Все. Ну и вы боготворите мой скилл. Ха-ха-ха.